Привет, меня зовут Дмитрий Болотин, и сегодня мы снимаем с верхним мягким светом. Мягкий свет с его плавными переходами идет очень многим людям. Добиться его к тому же несложно. Но сегодня мы будем использовать его необычным способом. Для этого мы установим источник прямо над моделью. Для этого нам понадобится журавль и для получения мягкого освещения два источника света. Один большой софтбокс и один рефлектор. Немножко о мягком свете. Добиться его можно двумя способами. С одной стороны, мы можем использовать просто один большой софтбокс. И тут надо учитывать, что чем больше софтбокс, тем мягче освещение. Таким образом, вот этот маленький софтбокс дает нам не слишком мягкое освещение. Вот это, в свою очередь, уже лучше. В качестве рисующего света у нас остается большой софтбокс, который висит прямо над моделью. А заполняющим у нас будет служить рефлектор, направленный в потолок. Мы повесили софтбокс на журавль, настроили заполняющий свет, и таким образом у нас все готово для съемки. А несмотря на то, что схема достаточно простая, мало кто из фотографов использует ее, то есть устанавливает свет прямо над головой модели. Вместе с тем, с ней получается очень интересный результат. Снимайте больше, экспериментируйте. Всем пока!